зранку я пробуджаюсь від того, що в мене хтось кидає речами, бутилками. Тарік, нас виселяють. Весілля, не знаю, ми там спали. Ви не маєте права нас так виселити. Та ні, ми просто не сіли. Я не маю права. Знаєте, в мене був вибір або купити свій поїздки, або заселитися в хостел. Всім привіт! Сьогоднішній мій влог починається з того, що нас виселили з хостела. От, прикол в тому, що нас виселили просто так. Ми нічого не зробили, нас взяли і виселили. Ми спали і тупо. Зранку я пробуджаюсь від того, що в мене хтось кидає речами, бутилками. І, ну, коротше, ви поняли. Я не розумію, це просто бардак. Ми трошки знімали, тому зараз я вам покажу, що творилося. До побачення. Я вам кажу, блядь, чужу людину не заводиш. Як він сюди попав? Чувак, ти реально винуватий, типу, при чому тут ми старіка? Ми реально не винуваті. Здесь на послухи. Ні, а ми тут при чому просто? Тарік, нас веселяють. За що? За то, що тут пацик був. Нам ми теж всі четвером. Я не піду, нахуй. А нам сказали, все. Я на деньги даже надо. Чувак, а я при чем тут, понимаешь? Причем мы с тобой спали. Сейчас я сейчас снаряд забыл. Вызывай. Хорошо. Вызывай. Хорошо. Не, а я просто извиняюсь, при чем тут я, если я не имею к нему значения? Мы там просто были. Я, по-моему, особенно вас просила. С вами? Нет, не с вами. Можете вызывать. Что? Не, именно мы вдвоем, мы вообще не пришли. А ты какое право имеешь сюда вообще запускать другого человека? Не то, чтобы лицо лихи. Мы спали, мы поселились. На побачення, телебачення. Не, действительно, мы просто вдвоем не виноваты, мы его впервые видели. Причем тут мы? Мы реально... Это был я, то есть за что они отвечают сейчас? По сути, то есть, ну как бы они в этом вообще не виноваты, они даже этого не знали. Мы действительно не знали, мы там спали. Не маете права нас так выселить. Да не, мы просто не сидели. Не, мы знаем, что вы ищете. Да не кричи. Просто мы вот с ним. Я не знаю, ты задаешь меня за что, простота? Да не надо. Самое элементарное, я не знаю, у кого ты проведешь завтра. Не, мы с ним. Что ты сделаешь через час? Не кричи, не кричи, не кричи. Не, я тебе отвечаю просто на твой вопрос. Не, мы с ним действительно просто спали. Я, мы, ну, типа, при чем тут мы? Мы к этому имени не. Ну. Тем более, понимаешь, я никогда не живу с теми, кто меня ничего не понимает. Для какого-то хрена меня тут поставили, для чего-то нет, я нахожусь. Я вас лично понимаю, я не приводил никого, просто я к этому значения не имею. Ну, типа, при чем тут я? Я этого не делал, у меня к этому руки не лежали. Типа, а это все можно делать было не на мышу, а даже хотя бы уже когда коснулась. Да? Да. Нужно было там все осознать и решить нужным путем. Не трепать мне нервы. А если бы твой дружок выпрыгнул через окно и сломал себе шею? Я понимаю. Что бы тогда было? Ну, хреново было. А потом еще, я тебе скажу картину, да? То есть я уже не была в комнате. И ты еще в этом был бы виноват. Потому что где гарантия, что ты ее не выкинул? Ну да. И кому больше проблем? Тебе? За твою доброту. Ну, я понимаю, но в этом сейчас снова, вообще, ну, как бы я виноват только. Я не хочу, у меня проблем не было никогда. То у вас чашки летят, вы пользуетесь моей посудой, вы кидаете через окно. Мы чашки вам вернем, типа, самое... без... Не в том дело. Я вас понял, ну, типа, мы к этому не имеем принципиального значения. Понимаешь? Не в том дело. Само ваше отношение и поведение. Вы берете лично мои и пользуетесь, и выбрасываете через окно. То, что кто-то там соляночку купил, да? Мы солянку купили. Это пацанов. Это так не делается. Мы вас поняли. Ну, типа, это так не делается. К этому мы значения не имеем. И я не собираюсь трепать. То есть ни один, кто тут живый, я не только вот все. Не стоит того, чтобы я трепала. Не, ну просто. У меня дома та же самая семья. У меня дома внучок еще есть. Мы же приехали заработать, правильно. Типа, ну мы вот с ним действительно ничего не. Ну, к этому не имели. Мы пришли, вон даже мужчина, который... А так, ну, я не уверена. Если я человеку не доверяю, я с ним не живу. Ну, я с вами согласен, типа, ну... Я вам сейчас честно говорю, то есть в этом замешан только я. Ну, типа, ну, следить надо только меня. Собирайся, не хочешь. Ну, ты просто действительно не хочешь. Вы можете со мной рассчитаться хотя бы, чтобы я сейчас хоть где-то мне было жить? Нет. Почему? Ну, потому. Потому что вы, ну, хотите поступить в полку. А ты поступил красиво? Я знаю, я признаю то, что я поступаю. А что ты не признал сразу? Ты что там? Насал?
Это мужик или баба? Я мужик. Так вот надо прежде всего ставить вот это, мужское своё. Не думав, що я залишуся сам, але так сталося, хлопці, з якими я тусив, вони поїхали сьогодні додому. А так як я сьогодні був на роботі, в мене є гроші, тільки, знаєте, в мене був вибір або купити собі поїсти, або заселитися в хостел. А так як зараз на дворі не дуже гарні погодні умови, зараз падає дощ, тому я вирішив заселитися в хостел. Так що зараз я в хостелі, от, застеляю собі вже своє ліжко. Так що, ну от таке життя.